Приехали мы на набережную, ходили, искали, да, дочь? Папа насмеялся, говорил, что мама все перепутала. А на самом деле и правда, сегодня праздник Хэппи Мила. Да? Пошли вниз смотреть, что там? Побежали, давай. Папа, идем. Спускайся, папа догонит нас, зайка. Так, а что тут происходит? Тут как ярмарка целая. Дашуля бежит вперед. Стоит огромный Хэппи Мил. И куча детей, всяких развлечений. Я думаю, тут мастер-классы. Все, что хочешь. Вот так. Есть Макдональдс, есть Хэппи Мил. Ты с нее смеешься. Даш, догоняю. Пошли, пошли. Вот такой он огромный, этот Хэппи Мил. Что, пойдешь потрогаешь его? Иди, иди туда, конечно. Дашуль, можно? А из чего он состоит, зайка? Из шарика? А, да, как будто внутри такие маленькие. Внутри. Беги, беги туда, конечно. Много всяких Хэппи Мила. Дети залазят внутрь. И что же, да, что там происходит? Немного, мне некуда пойти. А ну давай еще раз посмотри, что там. Не бойся, я же тут. Он пушистый Хэппи Мил. Даш, где ты, Даш? Ой, привет! Ты что, внутри Хэппи Мила, дочь? Ой, что тут у вас? Ой! Ой-ой-ой, кто тут? Кто тут? А-а-а! Ой, Даша! Я внутри Хэппи Мила. Ощущение не очень приятное. Где мой ребенок? Дочь! Даша побежала трогать мохнатый Хэппи Мил. А мама только успевает перебежки мелкие делать. Одного Хэппи Мила к другому. Как лошадка. Как лошадка. Он пухнастенький. А кто это? Ох, он двигается. Ой-ой, не бойся. Там внутри кто-то сидит, наверное. Иди потрогай, не бойся. Даша заглядывает. Что за избушка на курицу? Никто. Никто, да? Это как уши. Пошли посмотрим, где можно, может, можно где-то купить Хэппи Мил. Даш, смотри в баскетбол, детки как играют. Смотри. Зайчик, смотри, как детки в баскетбол играют. Вон там, видишь? Вон, вон, ты не видишь? Нет, Даша, Даша, все, Даша дальше. Бегом, бежит. Ну что, мама, ну? Боюсь. Потрогай. Я боюсь. Потрогай. Даша хочет... Он будет шевелиться? Не, ну что, он такой приятненький, не совсем прям, прям такой противненький. Как коврик такой из козы. Да? Даш, пошли. Пойдем посмотрим, где мама, там сидит кто-то внутри, наверное, дочь, и балуется. Наша Оболонская набережная. Это не бьет, она не подумала. А где-то, а сами Хэппи Милы где-то можно здесь заказать? А, когда вы играете в игры, да. Можно и софишечки. За эти фишечки, потому что там будет стенд, где можно обменять и там на... подарки. А, понятно. Как в Пизане и в Хидландии примерно сделали принцип. После двух начинается шоу. После двух начинается шоу. Хэппи Мил. Хэппи Мила здесь как такой, как еды не будет. Мы можем потом заехать в Макдональдс, дочь, купить. Но здесь можно играть, принимать участие во всяких играх. Тебе будут платить денежку, слышала? И ты можешь потом ее обменивать на подарки. Идем. Все, Даша погнала. Девочка спросила, почему тебе дали обруч, а ей не дали, поняла? А ребята говорят, что они готовятся к эстафете. Сейчас здесь будут проходить детские эстафеты. Понимаешь? Ай, молодец, класс! Даша, у тебя уже классно получается? А ну еще раз покажи. В общем, Даша так и попала на праздник Хэппи Мила. И крутит попой, да, зайка? Даш, так ты будешь принимать участие в эстафетах? Ну, в конкурсах.
Шановні діти та батьки, запрошуємо вас до естафети, за які ви отримаєте наклейки, а потім будемо обмінювати їх в кінці мероприятия на подарунки. Ще один Happy Meal, на ньому дітки будуть рисувати. Дашуль! Ты будешь рисовать на этом Happy Meal, разукрашивать его? Подходи к девчонкам, девчонки расскажут тебе, что нужно делать. Подходи. Девочки покажут и расскажут. Ну, девчонок, куча красок, кисточек. Расскажете, да, нам? Девчонки. Научите даму. Сейчас зашлю, сейчас. Расскажите, дамочки, что нужно делать будет. Смотри, мы рисуем на 4 темы. Любовь, я, страна, я. Вот здесь вот на Happy Meal будем рисовать красками. 4 темы. Семья, любовь, мир и... Все, Даша. Даша поняла. Мы готовы, да. Мы готовы рисовать любовь. Что там 4 темы? Любовь, семья, страна и мир. О, отличные темы. Любовь, семья, страна и мир. Да, Дашуля? Рисовать что-то на тему. Тема семья. Дашуля сейчас будет рисовать. Дочь, какие ты краски выбираешь? На тебе кисточку. Зеленую? Оранжевую можно. Бабушка сама с Дітки, доброго дня, шановні батьки. Ми щиро раді вітати вас сьогодні на нашому святі, що дарує сьогодні Макдональдс та Happy Meal. Друзі, якщо ви бажаєте знати, що буде відбуватися тут протягом усього дня, то ми запрошуємо вас трошки ближче до сцени, тому що тут буде дуже важлива і корисна інформація. Тож, в центрі событий. Чекаємо вас тут біля сцени, тому що буде дуже дочь, я тут? А, можливо, буде дуже. Ти готова? Да. Оранжевую, скажи нам ещё палитру, дайте, пожалуйста. Красивую самую. Пошли, зайка, давай. Стартуй, юный художник мой. Дашулька, давай маму или папу рисуй. Класс. Первый штрих на Макдональдсе. Солнышко, Даша рисует солнышко, ты моя умничка. Как тебя звать? Влад, ты же тут берешь сцену. Влад. Ты проявляешь спорт? Дякуємо вам, творчі зоні, хлопці, за те, що ви вже за те, що ви такі активні. Отже, друзі, ми розпочинаємо наше свято, нашу подорож творчості країною Хеппі. Земля, ти моя умничка. Я з задоволенням розкажу, що буде відбуватися сьогодні тут протягом усього дня, а ви вже, опинившись на ваших іграх та конкурсах, можете трошки чути і потім також відвідати усі зони, крім тих, що ви вже відвідували саме зараз. Отже, друзі, Макдональдс та Happy Meal сьогодні дарує подорож Україну творчості Happy Meal. Сьогодні до нас завітали 4 величезні коробки. Ну, знаєте, що віддадим краски тоді. Ви можете отримувати власні круглі. Дашенька, давай дівчонкам за вашого. Говори спасибо, ви зможете взяти на руку наших казкових магазинчиках. Їх сьогодні аж два. Сказала спасибо, любима. Да, мы нарисовали, классно. Треба зробити аж 3 наліпки. Мінімум, що тобі дали? А ну покажи. Это, наверное, такая карточка, которую потом можно обменять на усіма зонами активності, з усіма зонами, які ми готові сьогодні для вас в рамках нашого свята радості. Ну все, пошли, держи свою карточку. Пошли дальше, пошли. Даш, пошли к кубикам. Мы ищем магазинчик, чтобы обменять нашу наклейку на игрушку на какую-то, да? Давай, Дашуль, пошли найдем его, иди вперед, и поедем уже тогда покупать Happy Meal, потому что праздник классный, но Happy Meal здесь нигде взять нельзя, да, дочь? Пойдем искать эту палатку. Здравствуйте, мы одну наклейку можем на что-то поменять, а то мы уже устали. Только 3. Дашуль, тогда отдавай просто наклеечку, все, ты быстро очень устала, балованная. Не, все, она просит Happy Meal, а Happy Meal нигде нельзя здесь достать, правильно? Его только в Макдональдсе. Все, для сцены, в творчей зоне, очень все красиво, классно. Творчая коробка, яку сьогодні протягом
усього дня. Що можна малювати? Кожна з боків, кожен з боків цієї коробочки. Все, що їдемо в Макдональдс, Макдрайв для Хеппі Міла. Чотирьох дуже важливих для кожної людини. Для кожної людини взагалі день. Що, їдеш за Хеппі Мілом? Да. Давай, может, мы же все равно собирались потом ехать кушать, купим просто игрушку от Хэппи Мила. Договорились? Да, потому что сейчас жарко, кушать эту картошку фри не очень приятно, я думаю, будет. Ну все, едем за игрушкой? Привет! Мы... На канале? Мы сегодня... Мы были... На празднике Хэппи Мила! И что мы приехали, купили сейчас в Макдональдс? Игрушку. Хэппи Мил, потому что там игрушек не было. Да? Папуль, ты нам можешь передать, пожалуйста, наш Хэппи Милчик? Держи, Тотя. Вот такой классный. Покажи же хоть что у тебя. Это Хэппи Мил. Там у нас, правда, только игрушка. Потому что эту еду мы, если честно, не очень сильно любим. Да, из Макдональдса? Открывай. Кто там? А ну покажи. По-моему, если я не ошибаюсь, это лови челюсти. Это такие... Держи игрушку. Открывай ее. Это такие шарики, они которые... Они надо открывать. Вот она они. Открыта. Ты получаешь такую мишень. Можешь приклеить ее на стену, на пол. И швыряешь в нее эти шарики. Мама, можно я скрыть? А не получится, а должна быть толстая, твердая поверхность. Можно я попробую? Смотри. Ты попробуешь, но на полу надо попробовать. Мы потом попробуем. Оно... Ну, подожди. Нет, не получается. Он не раскрывается, да? Ну, это такое. А ну, попробуй. Ну, попробуй еще раз. О, вот, молодец. Вот, в общем, вот так они раскрываются. Дочь, покажи. Покажи. Вот так. А, они раскрываются, когда ты их бьешь об стенку. И вот такая серия этих шариков. Мама, их еще раскрывать. Вот они. Классно. Ой, держи. Ой, Асюль. Давай, еще раз. И будем дома тренироваться. Не, не открывается, недостаточно твердая поверхность. В общем, что мы говорим? Игрушку открыли. Говорим всем пока. Ставь лайк и подписывайся на канал MyDay. Всем пока. Пока-пока.